Для участия необходимо направить пояснительную записку и фотографию своей работы на электронный адрес opeka@anapa.mail.ru. С полным положением о конкурсе «Семейное древо» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Анапы в разделе «Объявления», либо по телефонам, указанным на экране. Работы будут приниматься с 8 по 15 мая по адресу Анапа, улица Мелькова, дом 32, 7 кабинет, на 4 этаже.